Итак, добрый день всем. Вот снимаю такое видео, куда бежать с Ютуба. Снимаю на телефон, потому что у меня оба микрофона и оба очень плохо слышно. Буквально держу возле рта, и в него все равно не слышно, поэтому лучше сниму на фотик. А то будете опять ругаться, что меня не слышно. Так, ну перво-наперво. Смотрите. Все у меня тут было хорошо. Модернизацию мне обрубили. Жму включить. Тю-тю. То есть все хорошо высвечивает, но монетизация... Ну, короче. YouTube. Вот что они мне прислали. YouTube, если обрубил монетизацию, назад они ее уже не включат. Проблема, связанная с монетизацией канала, была устранена. Теперь у вас не должно возникать подобных неполадок. То есть все хорошо, мне все настроили, вообще молодцы. И потом прислали письмо, что с просьбой оценить, но я их оценил по однобалльной шкале. Ладно, в любом случае я канал создавал не из-за вот этих монетизаций и прочих. Все это знают, он у меня вообще не был подключен и сейчас не подключен к партнерке. В 17 году только я его подключил. Вот. Поэтому видео мы снимаем, куда бежать с Ютуба. Что я нашел? Это вот такое называется мое видео. Вот эта программа, ну не программа, пусть там хостинг, не хостинг, позволяет, вот здесь сюда и видео пробовал загружать. Вот. Один и второй. Два видео загрузил. То есть вы загрузили видео. Вот здесь есть кнопочка «Получить код видео». Вот он код. Вы его вставляете на форум, ВКонтакте и просматривает. Там аудитория, да, охотники. Если все-таки вы создаете канал, чтобы зарабатывать хоть сколько-то денег, хоть там какие-то несчастные там сотни рублей, ну, в принципе, если на форум выкладывать, вот это вот, ну, можно использовать. Но здесь вы видите, нет привычного меню YouTube, нет подписчиков, нет там чего-то нового, чего появляется. Поэтому мне это не нравится. Как вариант, бесплатный есть Рутуб, да, вот он. То есть мы загрузили там и... Все нормально, но он тормозит. Раз. Качество здесь бывает, вот что-то там включишь, все в квадратах. Какое-то вообще непонятное. Вот он грузится, грузится. О, тут нормально. А то, ну бывает, вот, подтормаживает, как бы, ну, не знаю, интернет скоростной, и вот так он подвисает. Ладно. Но что я нашел? Я нашел вот такой хостинг. Мета. Вот он. Здесь что мы видим? Мы видим большое количество просмотров. Буквально там за несколько, вот вы загрузили. Популярные нажмем. Здесь есть популярные, например. Вот когда это, буквально вот люди за несколько... Смотрите, сентябрь 17-го, полгода прошло, 1 945 000 просмотров. То есть для меня вот эта массовость идет плюсом. Почему? Потому что здесь хотя бы есть живая аудитория. Здесь вот так вот у нас выглядит. Мы можем подписаться на канал. Мы можем вот здесь, пожалуйста, мое видео, плейлисты, подписки мои, все как на YouTube. Пожалуйста, рекомендуемые каналы высвечиваются. Вот единственный канал, который, ну, не канал, а хостинг, который мне понравился. Вот смотрите, загрузить видео. Сюда мы перетаскиваем. И все. Я сюда уже грузил. Вот они, мои видео. Одно и второе. Вот даже 7 просмотров и 27 видео набрало.
Также мы можем редактировать все то же самое, посмотрите, в принципе. Да, ну здесь вот приходится подписывать, потому что не сохраняет. Но из того, сколько я перебрал и пересмотрел, мне этот хостинг понравился больше всего. Он немножко тупой. Вот при загрузке видео бывает зависает. Вот загрузить видео, сюда вы перетаскиваете, бывает раз и остановилось. То есть, ну, наверное, Америка, не знаю, далеко они от нас. Ну, по крайней мере, здесь много живых людей. И самое главное, для некоторых, которые хотят заработать, здесь есть монетизация. Причем без партнеров, без всяких там заморочных условий и прочих. Здесь вы достигаете определенного количества просмотров, и она у вас автоматически появляется. Платят так же, как и партнерки на Ютубе. То есть там за 1000 просмотров 5 баксов примерно. Но еще раз говорю, вы видели. Вот видео ни о чем. Вот, смотрите. Минута всего. Кстати, здесь рекомендовано длинные видео по часу не грузить. Вот, видео ни о чем. Вообще, вот, просто ни о чем. Посмотрите, какое количество просмотров. Мне это говорит о том, что здесь есть живые люди, этот хостинг просматривают, и люди стараются, может быть, не зря для кого-то. Кому-то будет полезно, кому-то будет интересно. Опять же говорю, вот есть подписаться, вот есть поделиться, добавить еще. Вот такие же комментарии, как на Ютубе, посмотрите. Все один в один. Ну, в принципе, что хотел сказать, сказал. Вот так вот выглядит меню. Еще раз покажу канал, видео, галереи, плейлисты, подписки. Вот, пожалуйста, вот вы подписались кому-то, здесь у вас подписчики. Приходит у вас, у них новое видео, пожалуйста. Здесь будет все отображаться. Ну, в принципе, я не знаю, пока этот лучший из всех, что я видел. По крайней мере, он очень похож на YouTube. Есть подписка, есть там люди живые, есть подписчики там, и видео, пожалуйста, рекомендованные и прочее. И будут приходить уведомления, если там... вот здесь у нас, пожалуйста, меню. Выбираете, ну, что вам нравится, то и выбираете. Ну, также там настройки и все остальное, все похожее. Единственное, что, конечно, он на английском, но... встроенный переводчик его переводит, вот и все. И, пожалуйста, ну вот для примера, вот, пожалуйста, мое видео. Бывает подвисает, да, бывает не сразу грузится. Пожалуйста. Ну вот гляньте уже сколько скачалось. А если вот сюда вот подальше. О, пожалуйста. Не глючит, не тормози. Тут я что-нибудь напишу, какой-нибудь комментарий. Или еще что-то, ну. YouTube, причем лучше, этот не блочит ружейные каналы, не блочит никакие другие. Здесь нет соблюдения вот этого очень жесткого авторства. Оно есть, они за этим следят. Там можно пожаловаться, если вы ролик где-то стырили там, да, или еще что-то. Но здесь оно не такое, как на YouTube. То же самое, смотрите. Можно поставить лайк, дизлайк, ну, один в один все, вот буквально, вот я говорю, один в один. И вот, глядя на вот эту корову, вот, которая популярная, даже в видео попала, с вот таким количеством просмотров, ну, это о чем-то говорит. Поэтому, не знаю, я однозначно иду сюда. Пока YouTube канал не заблочил, сейчас я зайду. Так. Пока YouTube канал не заблочил, сейчас мы что-нибудь включим для души. Для души. Какой-нибудь музончик. Вот. Так. Вот он мой канал. Но все знают, что скоро это может быть все в блоке. Так что
Все видео я перенес абсолютно. И буду его грузить именно на тот хостинг. Вот он. Здесь, ребята, если кто-то будет что-то снимать, очень, я читал про него, очень желательно снимать не очень длинные ролики. Вот вы отстреляли, лучше фото мишени сняли, видео сделали, там что-то такое, потому что, ну, как показывает отзывы, просматривать здесь более короткие ролики лучше. То есть именно суть. Вот почему я, когда буду делать отстрелы, буду уже чуть-чуть видео сниму в самом начале, там покажу мишень, расстояние, насадки и все. А потом мы их лучше разберем дома, потому что вот эта беготня туда-сюда к мишени, не к мишени, и вот эти все отметины, это будет час. Вот.